Традиционно в третье воскресенье сентября в России свой профессиональный праздник отмечают машиностроители. Этот день не отмечен в календаре красным цветом, но для Ульяновской области он поистине особенен. Ведь именно машиностроительная промышленность дала толчок к образованию нашего региона в 43-м году прошлого столетия. В начале Великой Отечественной войны из столицы в Ульяновск эвакуировали автозавод имени Лихачева. Спустя год предприятие стало выпускать первые на родине Ильича автомобили ЗИС-58. С конвейера сходило до 30 грузовиков в сутки. Затем на базе ЗИСа вырастает крупнейшее градостроительное предприятие – Ульяновский автомобильный завод, у которого началась своя история. К примеру, в 1957 году здесь стартует выпуск полноприводного семейства УАЗ собственной конструкции. А 15 декабря 1972 взамен всемирно известного «Козлика» предприятие стало выпускать первую серию внедорожников УАЗ-469. В канун профессионального праздника состоялось торжественное чествование заслуженных работников машиностроительной отрасли региона. Лучших специалистов поздравил губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. Своим самоотверженным, безупречным трудом вы укрепляете основы профессиональных традиций, вносите заметный вклад в развитие Ульяновской области, да и, значит, и всей России. Чем заслужили наше исключительное доверие и всеобщую искреннюю благодарность? Всего из Руглавы региона медали и грамоты получили свыше 50 работников отрасли. Среди награжденных Сергей Ушков. С машиностроением он связал свою жизнь, будучи студентом. Сначала какое-то время трудился на Ульяновском радиоламповом заводе, а в 1998 году пришел работать на УАЗ. Я продолжил, в общем-то, ну не могу сказать, что это династия, но у меня был папа на заводе, был и начальником участка и мастером. Ну, в общем, я, как бы сказать, его продолжил его дело. Поздравляю всех с Днем машиностроения. Ну и, в общем-то, это машиностроение – это одна из отраслей, на которой держится, в общем-то, ну, наше государство. Машиностроительный комплекс Ульяновской области также составляют моторный, механический, станкостроительные заводы «Димитровград-Химаш» и «Сузурус». В один ряд с этими предприятиями стоит и крупнейший авиационный завод «Авиастар СП». Сегодня Ульяновская область в пятерке лучших машиностроительных регионов страны. Только за последние 7 месяцев наши предприятия автомобилестроения реализовали продукцию на сумму свыше 30 миллиардов рублей. Рената Алиулова, Даниил Сурков, новости Ульяновской правды.